Осип Мандельштам. Кинематограф. Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка. Аристократка и богачка в сетях соперницы-злодейки. Не удержать любви и полета, она ни в чем не виновата. Самоотверженно, как брата, любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне, седого графа сын побочный. Так начинается лубочный роман красавицы-графини. И в выступлении, как гитана, она заламывает руки. Разлука, бешеные звуки затравленного фортепиано. В груди доверчивый и слабый, еще достаточно отваги похитить важные бумаги для неприятельского штаба. И по каштановой аллее чудовищный мотор несется. Стрекочет лента, сердце бьется тревожнее и веселее. В дорожном платье с саквояжем, в автомобиле и вагоне она боится лишь погони с сухим измученным миражем. Какая горькая нелепость! Цель не оправдывает средства! Ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость.